Я скачал ресурс паки разного разрешения, и давайте посмотрим, как это выглядит. Вот так выглядит ресурс пак 1 на 1 пикселя, 2 на 2, 4 на 4, 8 пикселей, стандартный Minecraft, 32 пикселя. Есть ощущение, что что-то изменилось, но кардинальных различий я не вижу. 64 пикселя, более мультяшные 128, 512, и вы только посмотрите на эту траву. Я такую последний раз видел несколько лет назад. А я иду под зонтом. С закрытым ртом. 1024, и я словно вижу, как на этом мхе размножаются бактерии. Либо это уже моя катаракта от того, что целыми днями сижу в Майнкрафте. 2000! Вы только посмотрите на эту листву. Она даже реалистичнее, чем та, что растет у меня на балконе. Жалко, что удовольствие только графическое. Название всех ресурс-паков я оставлю в описании. Подпишись!